ЦСКА, давай сегодня. Это самый кайф. Ну и чтоб вокруг тебя были единомышленники. Потому что я поддерживаю цель этой акции, потому что убийство Немцова было чудовищно. Я из Ярославской области, где Борис Немцов работал в последние годы своей жизни, в Ярославской областной думе. Поэтому и боролся там с коррупцией, и подал нам пример свободы. Поэтому я здесь сегодня. Прошедшие 5 лет показали, что нет никакой политической воли для расследования этого преступления по-настоящему и определения заказчика. Это означает, что за эти 5 лет Россия все больше и больше превращается в закрытое, корпоративное, полумафиозное, авторитарное государство. Я никогда не занималась политическим активизмом, но я считаю, что сейчас просто власть объявила народу войну. И никто не спрашивает тебя, хочешь ты выйти или не хочешь. Когда тебе объявляют войну, у тебя нет выбора. И я считаю, что сейчас между властью и народом идет война. И единственный шанс отстоять нашу свободу, это если каждый человек для себя решит, что так нельзя, и каждый человек для себя решит, что нужно что-то с этим делать. На Троицкой площади, в связи с этим, во время движения просьба не использовать средства наглядной агитации и не скандировать